Уже очевидно, новые кадры с Малаховым вызвали переполох в сети. Телеведущий работает, не покладая рук. В сети в последнее время активно ходят слухи о том, что у Андрея Малахова есть проблемы со здоровьем. На такие мысли обеспокоенных поклонников наводит новая прическа телеведущего, похожая на парик, а также тот факт, что он поправился. Первый выпуск нового сезона «Танцы со звездами» также дал повод говорить, что в жизни журналиста что-то происходит. На внешний вид Малахова в передаче обратили внимание авторы телеграм-канала «Только никому». По их мнению, телеведущий печально выглядит. Уже очевидно, что с ним что-то происходит, но он пытается бодриться и работать в прежнем режиме, пишут авторы канала. Фанаты начали переживать за Малахова после новогодних праздничных программ. Кое-кто предположил, что ведущий чем-то болен. Другие полагают, что журналист просто обратился к специалистам, чтобы омолодиться, поэтому так выглядит. А Станислав Садальский вовсе заявил, что Андрей Малахов слишком много работает, поэтому у него появились проблемы со здоровьем. Последнее фото телеведущего с семьей, которое он опубликовал в Instagram, также вызвало массу комментариев в сети на тему его здоровья. Многие интернет-пользователи отметили, что Малахов слишком бледный. А что вы сами думаете, дорогие друзья?